Пассажиры такси жалуются на отсутствие квитанций и данных о перевозчике. Ямальский Роспотребнадзор подвел итоги работы горячей линии по защите прав потребителей услуг такси. Специалисты провели более 3500 консультаций. Не в восторге ямальцы от грязных салонов и грубого поведения сотрудников служб такси, а также от того, что забытые в машине вещи им не возвращали. Кроме того, жаловались пассажиры на требования денег за предоставление детского кресла и перевозку багажа или за поездку в ночное время. По результатам обращений составлены претензии и исковые заявления. У муравленковцев к таксистам претензий немного. Не всегда опрятный внешний вид в салоне автомобиля. Иногда очень долго едут, хотя мы понимаем, что в масштабах нашего города, да, ну, то есть доехать с одного края до другого максимум составляет минут 7. Я сама за рулем. Ну а когда пользуюсь, устраивает в принципе. Где я это проезжала, на какой машине ездила, там, конечно, было все хорошо. По крайней мере, я пользуюсь раз в год, если то без проблем, без претензий.